Здравствуйте, в эфире передача «День за днем». С вами в студии Алина Сазонтова. Смотрите сегодня в выпуске. Фильмы интересные, смешные. Очень нравится. Фестиваль «Уличное кино» как летний кинотеатр. Мы приехали на дачный участок. Видим здесь воды, полный затоплен огород. Когда соседи как стихийное бедствие. В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи Уголовного кодекса кража, продолжается. Украл дерево, сел на 5 лет. Мы не ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но в домах шел снег. Творчество Виктора Цоя в новом поколении. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 20 и 21 июля на стадионе «Атомтранс» состоялся показ короткометражных кинолент вне конкурсной программы Международного фестиваля уличного кино. В пятницу вечером наша съемочная группа вместе с десногорцами оценила детище молодых режиссеров. Подробности смотрите в нашем сюжете. В программу фестиваля входят наиболее яркие, профессионально снятые, интересные зрителю игровые фильмы продолжительностью до 20 минут. Лучшие короткометражки современных российских авторов в волшебной атмосфере настоящего уличного кинотеатра были представлены на суд зрителя. Это уже не первый показ. До этого десногорцы познакомились с конкурсными работами. Теперь же им продемонстрировали картины разных лет, которые шли вне конкурса. За 2 дня все желающие могли увидеть 12 лент. Это «Петух», «Приключения начинаются», «Про любовь», «Солнечный ветер», «Двое вместе», «Каждый 80». 58-й, «Счастье на ладони», «Ленин день», «Куда приводят сны», «Хорошая энергетика», «Расфокусин» и «Зараза». Актерский состав был достаточно интересен. В съемках приняли участие как молодые, еще неизвестные актеры, так и уже довольно популярные. Сюжеты фильмов были абсолютно разные. Мелодрамы и комедии, красивые истории любви, футуристичные миры и настоящая дружба. Десногорцы по достоинству оценили «Короткий метр» и кинотеатр «Под открытым небом». Необычно было здесь увидеть кинотеатр вот этот и данное мероприятие. Очень хорошо, интересно для проведения пятничного вечера. Музей очень классно, потому что досуг вечерний в Десногорске как бы проводить самим приходится. А тут такое общее мероприятие, которое объединяет и родителей, и детей. И интересен формат короткометражки, разные сюжеты. Что тоже так радует на самом деле. Мне очень нравится, как бы по-новому для города Десногорска был кинотеатр, закрылся. Только вот единственное, комары грызут, так все нормально. Очень здорово, мы пришли. Народу, кстати, нормально много собралось. Фильмы интересные, смешные. Очень нравится, завтра придем. Нам очень нравится, это необычно, интересно, как-то свежо. Я не знаю, как часто здесь такие мероприятия приходят. Первый раз. Да, я человек новый в этом городе, но мне очень нравится. Замечательный фильм, интересная подборка и заставляющая задуматься, особенно современная молодежь. Это очень актуально. Следующий показ короткометражных лент вне конкурсной программы Международного фестиваля уличного кино планируется в августе. О точной дате и времени организаторы сообщат заранее. Траурная акция прошла у Вечного огня в сквере памяти героев в Смоленске. Поисковики передали родственникам останки погибших красноармейцев. Им удалось найти медальоны и установить имена 2 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Опознанные бойцы оказались однофамильцами. Павел Сафронов, уроженец Кордымовского района, был найден в Тверской области. А Александр Сафронов был родом из Алтайского края. Во время кровопролитных боев пропал без вести под Ельней. Поисковики смогли связаться с родственниками найденных солдат. В областной центр приехали их внуки и племянники. Участники акции возложили цветы к амуниции и личным вещам опознанных красноармейцев. Смоленщина считается зоной рискованного земледелия. Чтобы вырастить урожай на своем участке, мало приложить собственный труд. Нужно еще сохранить его до зрелости на корню, уберечь от чрезмерных осадков или сухой погоды. Но и этого мало. Может случиться и такое, что в один день твой сосед сведет на нет все твои усилия и оставит тебя без урожая. А ты можешь на это только смотреть, потому что уже не спасешь все то, что выращивал несколько месяцев.
Лето в этом году выдалось на редкость дождливое и доставляет дачникам немало хлопот по сохранению урожая. Но и этого мало. Сосед может за один день загубить плоды всех трудов на твоем участке, если он любитель рыбки и устроил водоем практически в размер своего участка для разведения карасиков. Ливни переполнили уровень воды в водоеме, и она хлынула потоками на соседний участок. Приехав, хозяева увидели, что их урожай просто погиб. Мы приехали на дачный участок. Видим здесь воды... Полный затоплен огород. Вода льется с соседнего пруда. У нас, как говорится, эмоции. Мы смотрим, сделать я ничего не могу по такому поводу. Вода как лилась, так и льется с этого котлована. Мы обращались по такому поводу во все инстанции, но до сих пор нам никто ничего не помог. Председатель садоводческого товарищества «Надежда» подтверждает, что земля собственником дачного участка используется с нарушением устава общества. Этот котлован заполняется и несет вред соседним участкам. Вот сегодняшние погодные условия позволили эту проблему настолько высветить ее, что огороды и то, что посажено на огородах рядом лежащих участков, они просто-напросто вымокли, принесли какой-то ущерб. Этот водоем приносит вред в первую очередь не только ему, ему-то на этом участке ничего не посажено, а тем огородам, которые расположены вокруг него. Вот это первое следствие его деятельности. Земля товарищества делится как бы на две категории, на две группы. Это земля общего пользования, которая принадлежит всем на правах долей, равных долей, всем членам садоводческого товарищества. И земля частная, которая находится у него в ведении, в пользовании, в собственности или на правах аренды этой земли. Земля общего пользования – это дороги. Совершенно верно вы заметили, что мы в прошлом году, два года, в прошлом, позапрошлом году эти дороги приводили в более-менее надлежащий вид. Сегодня мы видим эту картину. Сосед, который собирает этот песок, закрывает свои тропиночки или ручейки, которые текут на дороге общего пользования из его водоема, поднимает уровень земли вокруг своей ограды, чтобы вода не попала туда. Это прямое нарушение и устава, и правила внутреннего распорядка. Соседи в растерянности. У них нет уверенности в том, что это не повторится вновь, и от урожая вообще ничего не останется. А ведь садоводческое товарищество носит такое хорошее название «Надежда». Похоже, в этой ситуации только на нее и можно положиться. Об успехах региона в развитии агропромышленного комплекса и его перспективах говорили в Москве. Губернатор Алексей Островский встретился с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. На встрече речь шла о программе развития нечерноземной зоны России, в которой большое внимание уделяется льноводству, вводе в оборот неиспользуемых сельхозземель, обновлении парка сельхозтехники, поддержке фермеров и развитии сельских территорий. Алексей Островский рассказал министру, что первый за 30 лет льнозавод в России будет построен именно в Смоленске. Области. В завершении встречи Дмитрий Патрушев пообещал, что министерство попытается и найдет возможность дополнительной поддержки для Смоленского агропромышленного комплекса. В Смоленске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж кладбищ и дачных участков. Неработающий местный житель подозревается в хищении декоративных деревьев и сортовых цветов с целью продажи. В мае в дежурную часть по городу Смоленск поступило заявление о краже деревьев породы туя на улице Гагарина. Причиненный ущерб был оценен заявителем в сумму 10 тысяч рублей. Спустя месяц с дачного участка была совершена кража сортовых роз общей стоимостью более 4 тысяч рублей. Сотрудники полиции нашли свидетеля хищения, который дал подробное описание злоумышленника. Через несколько дней участковый полиции задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. Выяснилось, что задержанным является мужчина 1965 года рождения. В ходе разбирательства была установлена его причастность к краже туй от магазина и роз с дачного участка, а также к двум кражам туй с кладбища в поселке Миловидово, совершенным в 2015 году с общим ущербом более 35 тысяч рублей. Подозреваемый признался, что похищал декоративные деревья и цветы, продавал их, а вырученные от продажи деньги тратил по собственному усмотрению. В настоящее время расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи Уголовного кодекса кража, продолжается. Задержанный проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Смоленска и Смоленского района. Теперь ему грозит срок до 5 лет. В первом микрорайоне Десногорска сгорел автомобиль Audi A3. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. Ликвидировали огонь огнеборцы из пожарно-спасательной части номер 15. Пострадавших в происшествии нет.
Виктор Цой – советский рок-музыкант, автор песен, актер, основатель группы «Кино». Прошло уже 28 лет, как он ушел из жизни. Его творчество до сих пор популярно. В детском лагере «Созвездие» вожатые организовали творческий вечер, посвященный памяти Виктора Цоя. Какое настроение царило на концерте, мы расскажем в нашем сюжете. Для тех, кто был молод в 90-е прошлого века, в числе любимых певцов был лидер команды «Кино» Виктор Цой. За 28 лет он успел написать более 300 песен. И неудивительно, что новое молодое поколение помнит и чтит его творчество. Вожатые лагеря «Созвездия» постарались своих воспитанников интересно и доходчиво познакомить с творчеством Виктора Цоя и передать смысл его песен. Они исполнили некоторые произведения легенды и станцевали под его песни. Пришла зима, мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. Виктор Цой – очень значимая личность в рок-движении. Неординарность поэта шагнула далеко за пределы того времени и нашла отклик у молодежи 21 века. Прошедший вечер доказал, что новое поколение воспринимает песни Виктора Цоя точно так же, как и 30 лет назад. Приглашаем десногорцев принять участие в новом социальном проекте «Вдохновляющая лира Росатома». Если вы любите и хотите участвовать в культурно-общественной жизни города, любите свою малую родину, желаете содействовать формированию позитивного имиджа атомных городов, этот проект для вас. Заявки на участие в проекте «Вдохновляющая лира Росатома» принимаются в Центральной библиотеке до 1 августа. А теперь коротко о погоде. 24 июля в Десногорске будет облачно, дождь и гроза. Днем плюс 23, ночью плюс 17. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defis.tv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.